Сегодня в Абакане стартовала акция «Полка добра». Идея простая. Благотворители приобретают продукты, кладут их в специальный шкаф, а нуждающиеся могут свободно брать нужный товар. Так называемая «Полка добра» установлена на республиканском сельхозрынке. На входе в павильон в импровизированном шкафу несколько отделений для молочной продукции, мяса и рыбы, круп, фруктов и бытовой химии. Такая акция проводится в республике впервые. Она удобна тем, что не нужно запоминать банковских счетов для перевода средств нуждающимся. Достаточно просто положить продукт на полку. По словам организаторов, благотворительная акция «Полка добра» не приурочена к новогодним или рождественским праздникам. Она будет действовать постоянно. Конечно, эту идею я посмотрел, будучи летом в городе Екатеринбурге. Я когда был в торговом центре, там увидел на рынке вот такую «Полку добра». И мне пришла мысль, когда я стал директором, что почему бы не сделать это в Хакасии. Утром положила 3 штучки яблок, и женщина пришла, взяла. Мне интересно. Пускай берут, кушают. Нет, не жалко.